Приветствую вас, стражи, с вами Evil. В этом видео мы посмотрим на легендарный автомат Призрачный Примус или Ghost Primus. Получить его можно как часть лута из рейда Левиафан, но давайте перейдем к его характеристикам. Этот автомат относится к адаптивному архетипу и имеет скорострельность 600 выстрелов в минуту. Что касается урона, то крит наносит 17 единиц урона, а выстрел в тело 13 единиц урона. Пройдемся по перкам. Усиленные резервы, последние патроны в магазине наносят увеличенный урон. Тут я приведу более точные данные. Перк начинает работать, когда у вас половина магазина, то есть 22 патрона. За эти 22 патрона у вас постепенно увеличивается урон с 1% до 6. При бонусе в 6% мы получаем всего лишь одну дополнительную единицу урона. Честолюбивый ассасин. Просто за один магазин быстро убиваем трэшевых мобов, делаем перезарядку и получаем максимально 66 патронов, то есть бонус в 50%. Этот перк чисто для PvE, так как в PvP вы столько не набьете людей, и я думаю, игроки сами этого не позволят. Вот уже подходим к последнему перку, под давлением. Я не особый любитель автоматов, но на последних 20 патронах очень сильно меняется поведение оружия, и к этому нужно привыкать. С одной стороны, оставлять 20 патронов на одного врага и сбривать его лазером интересно, но рискованно, если у него есть друзья. Что касается прицела, то тут особо выбирать нечего, нужно максить дальность, так как этот ствол от этого страдает. Если рассматривать конкурентов в этом архетипе, то я считаю, что Скэтлок уделывает Примуса, так как имеет большую дальность, а также крупнокалиберные патроны по сравнению с усиленными резервами, которые дают одну единицу бонусного урона. Мой вердикт, что для PvE автомат неплох, но в PvP есть более лучшие аналоги в данном архетипе. А на этом у меня все, подписывайтесь на канал, чтобы видеть больше контента по Destiny, и до скорых встреч!